Кабачок. Такой у него красивый ароматный цветок. Такие листья. Семянки. Вот он, лист табака. Так вот выглядит на грядочке. Большенькие листочки такие у него. Их сушат и используют по назначению. Насекомых хорошо. От вредителей от всяких раскладывать. От моли там, всякой дряни. Большинство их не для этого используют, но ну, для этого. Вот он, такой, ну, цветок ароматный вообще. Ну, лучше, наверное, не нюхать, поди голова заболит с него. Вот он.